Open up your mind, brother. Нет. Мне ну, тоже тогда, когда я садилась, меня 100 рублей сняли, а потом еще сняли. А, ну, за оформление. За оформление заказа 5 евро сняли. Мы в Париже. Через несколько часов Оля на день рождения. Это наш отель. Это Алиса. Нам в нашей компании самое несерьезное. Пока. Самый прическа. Вызывает желание подсказки. Because you are from... Russia. Спасибо. Алена. Аленушка. Алена. Аленушка. 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 А потом он ехает, на самом деле, подъехал и говорит... And your name? Мария. А, you know my... Машенька? Yes. Машенька? Yes, keep it with us. Your name is Машенька? And her name is Олеся. Олеся? Олеся. Олесечка. Олесечка. Спасибо, Олесечка. Он подъезжает и говорит, вы Алёша? Я говорю, нет. From Moscow? Санкт-Петербург? Yeah. Yes. Russian people are the best of all the world. Thank you very much. We French people, we can attest it. Merci beaucoup. We can attest it by... Влог? Да. Итак, мы начинаем. Он будет с музыкой или нужно что-то умное говорить? Это нужно что-то умное говорить. Это мы не можем. Это лучше музыка. Типа, что за праздник? Что за праздник? Да. Смотрите, какая красота. Чем я как дурацкая? У меня просто еда, это одно из... Да, я знаю этот отель. Значит, мы заселились и едем ужинать, чтобы в 12, когда часы пробьют 12, поднять бокал за Алену. С днём рождения. Фанат России наш таксист просил передать привет Путину. Я сейчас не передам на досуге. Я знаю селфи палку. Bonsoir. 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 Good evening. Good evening. Мы сейчас зададим про аристократ. Ты закажешь бутылку себе какую-то, хочешь и все.
Просто я просто дружу. Потому что ты мне говоришь, что это сладкий сорт, а это самый считается пресный сорт, не сладкий. Я просто хотела сказать. Это Шабли, что ли? Это ты не это Шабли, да. Ну, как бы я заказала, видишь, для Олеси, а он заказал себе бокал. А будем пить мы. Дико вкусно, ребята. Это просто какой-то космос. Я сейчас все. Девочки, расскажите, сколько примерно метров отсюда Эйфелева башня? А, я предполагаю, что показываю. Я пока поеду. 2 километра. Да? Ну, я тоже один. Такой. Я тоже предполагаю, что 2 километра. Ура! Я выиграла. Да, мне до начала Мария. Это мы можем шагами замерить. Так, девочки, вот блины поели у нас. Мы можем посмотреть в навигаторе. Да, кстати, Google пешком. Не успеть выпить, а потом чокнуться еще раз. Да, на самом деле надо расслабиться и забыть то, что... Слушай, я так приела. Вот так мы тоже были? Ну да, то же самое. Вот это один икс надо брать. Видишь? Близко. Это нормальное нормально. Расстояние. Может, это на вашем айфоне такое охренеть. Может, просто он большой? Да. Может, все проверим. Может, и так. Ну да. Ну да, что? Ну, близко вы на большом айфоне, да. Сравните со мной. Реализм просто одинаково. Одинаково. Все снимается, снимается, какое это расстояние. Сними что-то умное, да? Сними что-то умное, расстояние поменьше. Не, на того я ставку поставила. Большой маленький. Ну, короче, типа как скрытая камера. Да, да. Я могу вот так держать просто. Сейчас убить, потому что сядь вот здесь. Все, вот так будет. Боже, я тоже не ушел. Надо попрыгать. Сколько времени? Мало. В Москве через мало. Час будем по день рождения. Да. Да, через час по Москве. Это вы заказали? Это они сами заказались. Я у нас день. Спасибо. Она сейчас пьет. Ты это когда желание? Давай. Может быть смешно, я смогу это сказать. Давай, молодая. Не будет смешно. Ну не фокусируй. Пообещайте, что вы не будете. Да, да. Мы пришли после авеню, и Алена пошла подтвердить номер телефона. А я сказала себе чил, сижу, жду ее в холле, в столовой, так потрясающе выгляжу. Здесь пока что только я и какие-то проститутки. Но интерьер, конечно, очень красивый. Я жила когда-то в этом отеле вместе со Степой года 4 назад, тоже на свой день рождения. Жалко, что мы в Париже всего лишь на 2 дня. Очень мало, но все равно. Париж — это космос. Интересно, она придет? Или это вот так вот сидит и держит стиль? Спить на Париже через молочко. Не работает? Он просто сломался, он не работает. Я нажимаю на плей, я его пыталась починить. Тот, кто утром, как мышка, встает и идет искать цветы, тот я. О, бежим! Бежим, встать из номера, выйти и так, чтобы тебя не заметили. Талант шпиона. Яу. Так, мне консьерж сказал, что цветы на площади Мадлен. Офигенно много людей. Надеюсь, что магазин будет работать, потому что ничего не работает. Ура!
господи, я уже задубела. Пока она мне там миксует цветы, я, глядишь, дождусь открытия... открытия Сефоры. И куплю тональничек себе Марк Джейкобс. Чтобы там выглядеть хорошо, а не как сейчас. Вон девушка тоже ждет. Как и я. Платник, это не да. Ну, куплю себе тональничек Марк Джейкобс. А, это, походу, работник, блин. Или Сефора открылась. Двери открылись, я бегу к тебе. Марк. Открылись и закрылись. Местные люди думают, что открыть воровка. Круги тут наяриваю. Холодно, пипец. А мне она не разрешает внутри стоять. Типа я ее нервирую. Так я стою и мерзну на улице. Короче, она не такая уж и плохая. Посадила меня к себе на стул. It's perfect. Собака, блядь. Посадила меня к себе на стул и накрыла своим свитером. Я сижу у нее в подсобке. Ох. По мне умер гениальный флорист. Смотрите, какая красота сумасшедшая. Шикарный завтрак. Как красиво. Даже кофе красиво. Хорошая вид. У меня просто глаза на стадии. Это такая красота. Хоть я и помята, зато счастлива. Ну как эти, как азиаты, знаешь, они все снимают. Такая красота, ну это... Ой, смотри, невеста. Все, идем на прогулку. И в магазин, а вечером идем в ресторан. Голосом экскурсовода. Значит так, мы гуляем по центру Парижа. Замечательная погода. Проснулись, вышли, собрались. Вот, проснулись, сейчас, вышли, собрались. Да, направляемся пройтись по магазинам, обедать. Настроение прекрасное. Ланч. Все такие, просто на улице очень прохладно, и мы прошли прилично. Я думаю, километров 5-6 по холоду, поэтому время подкрепиться. Смотри, какое здание красивое, в окне маленькое, вот сказочное. Пока мы обедали, дождик был. Почти закончился. Нам подфартило. Слушайте, вообще модно, смотрите, здесь не свет. Ох, я угадала с тенденцией. Вот Алена с покупками, обратите внимание, что она эту покупку потеряла, ее вернули. Просто оставила карточку и пакетик людям, как бы, удар, и ушла. Что, что нас догнали? Прикинь, да, там, ну, там реально рынок был, могли бы подойти забрать ее сейчас. Это рынок, когда она говорит про магазин Шанель, где было какое-то скопление немыслимых людей. Памятник шопоголика поставить мне за час до закрытия. Всех магазинов просто как метеоры побежала. Сейчас приду и грохнусь. Полежу часик и пойдем. Вызываем такси и едем праздновать день рождения. Ура! Собрались в холле. Тут проходит свадебное мероприятие. Да, да. Смотри, я в черном, ты в белом. Да. Так. Кажется, у нас талант попадает. Так, мы идем праздновать. Hello. Hello. Посмотрите, какой лифт. Смотрите, какой лифт крутой. Нам нас проводят. Ой, мне уже все нравится. Тут так вообще. Ух ты. Ой. Как раз, ну, мне не работает. Прям высшее общество. Опыт.
скажем, что мы в каком-то фильме. Хотя бы... Да. Нужно держать спину вчера. Конечно, неприлично, я не могу это не снимать. Ну и что? Ну просто это так красиво. Я не понимаю пока, что это десерт, потому что я заказала и ни одного слова. Да, это не знаю из заказа. Видимо, это блинчики в огне или что-то наподобие. Блинчики в огне. Ну, это что? Вот мой десерт. Это все-таки блинчики. Хочу обратить внимание, что за... Ты снимаешь? Это мой брачный дом. Нет, не важно. А, ну загадывай. Сейчас выйдет, что за весь ужин мне ни разу не подали ножа. Я весь ужин опасная женщина без ножа. Разделала все исключительно ложечкой. Так что это десерт. Я разделала ложечкой. Нет, хотя может это прилично вообще все едят. Все ложкой и вилкой. Я не была на этом так не стану. Поэтому для меня это впервые. Ножи клювом курица. Блинчики. Смотрите, обращу внимание, что десерт у меня золотые приборы. Ой, я капнула на скатерти. Закрой бокал у меня. И как? Не ела еще таких блинов. Жареный блин с жареным соусом. Он какой-то цитрусовый. Очень мягкий, необычный. Конечно. Не вкусный. А вино пахнет как одеколон. Я? Не надо. Я не шучу, что она пахнет как одеколон. Боже, как дико сладко. Каким-то духами. Дико сладко. Умереть можно. И еще раскрывается периодический потолок. Ну, мы не замечаем. Это не видно, конечно, сейчас вы можете мне не поверить, только легкая струя воздуха нам напоминает об этом. Да. И легкая свежесть. Чтобы мы могли дышать после холодной воды. Сегодня Алене день рождения. У нас 4 года. Ура! Я что принесу? Я лезь чуть-чуть. Ну это реально круто. Это красиво. Подышали и хватит. Секундное дело. Пришли в клуб. Гардероб Распутин. Мы, похоже, тут первые.